Новое оборудование Рязанского онкодиспансера уже в работе. С полсотни пациентов на себе прочувствовали эффективность аппарата. По словам врачей, процедура абсолютно безболезненна и занимает всего несколько минут. Полный курс рассчитан на 30 дней. Методика лечения та же. Просто произошло обновление парка радиологического оборудования. Тот аппарат уже устарел, выработал свой ресурс и произошла его плановая замена на новый аппарат. Аппарат предназначен для лечения поверхностных расположенных злокачественных образований, как правило, злокачественных образований кожи. И данным аппаратом мы добиваемся более косметический эффект, да, то есть лечится опухоль, когда расположена на лице. Сам аппарат работает по типу обычного рентгена, только вот лучи, так сказать, более концентрированы и воздействуют на опухоль прицельно, оставляя лишь небольшой рубец, который со временем становится незаметен на коже. Благодаря таким особенностям аппарата можно лечить поверхностно расположенные опухоли, как правило, речь идет об опухолях кожи, с высокой эффективностью и с наименьшими проблемами со стороны окружающих и глубже лежащих тканей. То есть альтернативы среди других наших аппаратов для лечения подобных заболеваний по большому счету нет. Рак кожи занимает в России первое место среди онкологических заболеваний. Новый аппарат эффективен именно против этого вида. Впрочем, противопоказания к лечению все же есть. Например, хронические заболевания в острой форме. Но в остальном этот чудо-аппарат для рязанского онкодиспансера сегодня просто незаменим. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».